І до загальнодержавних тем завершився перший пленарний тиждень роботи Верховної Ради України. Яким він був, про це говоримо з народним депутатом Андрієм Гальченко. Пане Андрію, вітаю. Здравствуйте. Перший тиждень після канікул обіцяв бути насиченим. Чи був таким? Важливі закони виносилися на чергу денну. Рада взяла курс на реформу освіти. Цікавить усіх. З аналітики є і плюси, і є і мінуси очевидні. Як ви оцінюєте, що буде зі школою? Ну, на самом деле, реформа действительно нужна в образовании, только реформа должна проводиться не таким образом, когда мы ломаем все, что у нас есть, но еще ничего не построим. Давайте посмотрим, что произошло за два последних года. За два последних года просто из-за недофинансирования из государственного бюджета сократилось более 1000 школ общеобразовательных и более 600 школ спортивных. О чем это говорит? О том, что сегодня направлена реформа государства, то есть его бюджет, на то, чтобы сократить количество мест в школах. Давайте возьмем именно те аспекты, которые сегодня прописаны в законе. Мы не будем ничего придумывать, вот написано, и мы констатируем факт. Итак, что мы приняли в законодательном формате? Не мы, а коалиция. Коалиция приняла следующие моменты. На сегодняшний момент сокращено бюджетирование. При этом бюджетирование сокращено как школ, так и профессионально-технических училищ и, соответственно, высших учебных заведений. В чем это говорится? Это говорится о том, что у нас сокращено уже более, мы знаем, что проблема была еще год назад, когда профессионально-технические училища были сняты с государственного обеспечения и переданы на местные бюджеты. Хорошо в городе Кривой Рог. Власть действительно думает о тех людях, которые сегодня ходят, обучают наших детей, и тех преподавателей, которые их обучают. Але чи буде вистачати надалі коштів? Конечно, это очень немаловажный вопрос. Тогда было выделено 155 миллионов гривен. Но мы знаем о том, что многие города этого себе позволить не смогли, и вследствие чего эти учебные заведения были, к сожалению, закрыты. Что касается сегодня высших учебных заведений, то мы сегодня наблюдаем тенденцию падения стипендиального фонда. Если сегодня он уже был 75%, то в дальнейшем он будет 50%, соответственно, он будет доведен до 25%. А мы знаем, что в условиях кризиса сегодня родителям достаточно тяжело поддерживать детей, чтобы они учились и смогли сами себя прокормить. То есть многие студенты идут после занятий куда? Трудоустраиваются в те или иные там почасовые работы, да, для того, чтобы можно было просто себя прокормить. И тот даже небольшой стипендиальный фонд, который у них был, он, конечно же, им помогал для того, чтобы можно было приобрести какие-то учебники, книжки, ручку, для того, чтобы можно было ходить непосредственно на занятия. Реформа не вирішує ці проблеми? Реформа, к сожалению, не вирішує ці проблеми. Почему? Давайте возьмем еще некоторые факты. Возьмем сейчас школу. Что у нас происходит в школе? Сейчас говорится о том, что идет качество образования. Каким образом? Я понять не могу. Конечно, но объясните мне. У нас сегодня 22 предмета общеобразовательные. Да? Их будет всего 9. Их оптимизуют. Но, внимание, объясните мне, пожалуйста, как можно соединить химию, биологию, физику, географию, то есть и астрономию. То есть это совсем абсолютно разные предметы, но этот предмет будет называться «Человек и природа». Для того, чтобы реально, допустим, давайте не возьмем не человека-учителя, который должен это все знать, тем более за два года реформы это невозможно выучить любого, давайте возьмем человека. Это не, конечно, это не профессионально. Возьмите обычного человека, которому, извините, надо сделать токарем, да? Для этого надо выучиться, потом желательно иметь хорошего наставника, потом необходимо провести определенное время за станком, и после этого ты станешь профессионалом. Тут вдруг за два года нужно резко решить вопрос и перепрофилировать непосредственно преподавателей. То есть что мы наблюдаем? Мы наблюдаем о том, что будет сокращение непосредственно преподавательского состава. Коротко, далее. Еще буквально по освіті было дуже чимало правок, наскільки я знаю. Чи буде допрацювання? Яка оцінка світової спільноти вже прийнятого закону? Значит, на сегодняшний момент мы уже видим высказывания 5 государств о том, что они не поддерживают реформу образования. Особливо скандальным было заява Угорщини. Да, это Венгрия. Венгрия вообще заявила официальный протест о том, что она не будет поддерживать Украину ни в ООН, ни в ОБСЕ, ни в Совете Безопасности. Мало того, сейчас уже не поддерживают страны. Это Румыния, Болгария, Словакия. То есть о чем мы говорится? О том, что мы в угоду МВФ делаем какие-то реформы, но реформы делаем быстренько для того, чтобы получить очередной транш, но мы не думаем о том,
Притом, очень странно о том, что ссылаемся на Европейский Союз, тогда скажите, почему они нас не поддерживают? Пане, да потому что это провально. Обмеження у часі, хочеться ще обговорити одну тему, ще одну реформу. Багато йшлося про судову реформу, про її нагальність, про її актуальність, але голосування за закон провалилося. Як гадаєте, чому? Яка ваша думка цього приводу? Розрішите, я все-таки закончу немножко по образованию. Очень быстро. Опорные школы. Сегодня до 40 километров в сельских местностях должны быть эти школы. То есть о чем мы говорим? Сокращение школ. И представьте, каждый ребенок будет каждый день до 40 километров ездить в сельских школах. Это по 2 часа, от полутора до 2 часов туда и назад. То есть это 4 часа в день. Они что, должны проводить свое образование или учиться в автобусах? И таких очень, к сожалению, много питания и так далее и тому подобное. Теперь, что касается судебной реформы. О ней вообще сейчас говорить не хочу. Почему? Потому что, если мы говорим о том, что это очень важно, это очень нужно для государства, то есть одна проблема. Какая проблема? В пятницу после выступления президента сразу же начали обсуждать реформу судебную. Что мы имеем? Мы имеем 124 человека в зале до конца рабочего дня. Прошли 400 правок, за которые ни одну правку не проголосовали, а их более 4500. Далее мы переходим в пятницу, где в зале находится всего 60 человек. Будем говорить фракции, которые не поддерживают судебную реформу, да, допустим, да, Батьківщина, там, Самопочина, они могли вообще отказаться от своих правок и сразу вынесли бы на голосование, чтобы получилось, просто провалили тот закон, который очень нужен нашему государству. Соответственно, говорить о ефективності взагалі парламенту як такового дуже тяжело. Судова реформа також підкорюється якимось вимогам МВФ? Звісно. Ну, я вам скажу, вона не тільки вимогам МВФ, вона ще й сьогодні назріла в плані того, що вона необхідна для нашого государства. Мы знаем, насколько сегодня это прогнившая система, она действительно нужна. Но если она нужна в этом формате, то нужно садиться, работать, проговаривать каждую поправку. И действительно этот закон должен быть обговорен, вынесен и проголосован. Потому что любой человек сегодня хочет изменений в нашем государстве. Я думаю, только лучшую сторону. Чимало людей с юридичными проблемами сподіваються на це и чекают на эти изменения. Надеюсь. Останнє питання від учора. Тема номер один. Приїзд Михаїла Саакашвілі до України. Одразу посмехаетесь. Ваша оценка этих событий? Вы знаете, ну, вообще-то, то, что сегодня произошло, это ну, определенная клоунада, будем говорить. Я сейчас не хочу оценивать Саакашвили как там политического деятеля. Мы говорим выключно про прецедент. Если мы говорим там о европейском государстве, скажите мне, в каком бы европейском государстве позволили перейти государственную границу нелегально? Это первое. Второе. Вы знаете, я вот смотрю на этого человека и просто диву даю. Он все время болеет за Украину, он пытается здесь сделать реформы. Он здесь хочет быть в оппозиции. А почему не едет в свою страну и не хочет там стать оппозицией? Потому что страшно, потому что те реформы, которые были проведены, они, на жаль, сегодня не совсем там работают. Питание политичное. Думаю, у него будет своя развязка. Дякую, что завітали сегодня до нас.